Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, его жители заранее знают, какой вопрос прихватить с собой. Людмила Волкова уже много лет живет в двухэтажке на Куйбышево, дом постройки 50-х годов. Последний капремонт здесь был более 40 лет назад. В 2011-м ураганом повредила крышу, теперь она протекает. Обращение в управляющую компанию «Альтернатива» в свое время результатов не дали. Уже плесневая квартира в спальне, вот, обои все отслаиваются. Я хочу делать ремонт, но не могу начать, потому что мне очень хоть это жаль тратить лишние деньги. Я сейчас вот, ну, сделаю я, допустим, ремонт, а завтра пойдет ливень и все зальет. Никак не можем достучаться. Надеемся, что вот это вот наше собрание, встреча поможет нам. На встречах в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. В составе общественного совета микрорайона исторический 17 человек, а всего здесь проживает около 4000 жителей. Уже больше месяца буквально все члены общественного совета первого микрорайона встречаются с жителями. Есть график встреч, который включен в план мероприятий. Народ это воспринимает правильно, начинает понимать, что для чего и зачем это создано. Главное, по словам общественников, не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями жителей и общественных советов. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.